А да. Пусть они придут. Я вот говорю, кто курит, уже все могут сюда прийти. Даже еще не имея проблем даже. Не имея проблем. Рак не болит. Профилактика даже. Профилактика. Рак не болит. Знаете, да? Проблема в том, что для ранних, мы правильно говорите, мы приходим, когда болеем. Да, болеть уже не надо. На ранней стадии. Вот сейчас даже обход, когда будет, для радикалы, уже молодеет. Все-таки нам нужно. Сейчас вот девушка, 21 ничего не болит. Сейчас 29 лет, я очень в шоке. Ничего. Есть все. Вы сами увидели. Лучевая терапия, хирургия, операционная, все есть. Лаборатория работает. Лаборатория прекрасная. Молекулярную генетику, которую мы не во все регионы ставим. У нас пациенты жалуются, вот большинство, да, поздно ставят диагноз, когда уже перешло на это. Пациент приходит, когда вот, как вы говорите, зачем мне приходить, не болит. Надо приходить, когда не болит. Каждый год проводите обследование собственного организма.